Необычайно часто даже от очень образованных людей я слышу один и тот же вопрос. Константин, что такое углеводы? Откуда берутся нарушения углеводного обмена? Нарушение углеводного обмена не возникает из воздуха, они, понятно, возникают от углеводов, принципиально от избытка углевода в вашей тарелке. Все наши продукты, которые мы употребляем каждый день, будь то хамбургер, будь то жареная картошка, будь то банан, будь то апельсиновый сок, будь то стакан молока, делятся на 4 основные группы. Первая и самая принципиальная – это вода. Вторая, как правило, большая группа – это углеводы. Третья – это белки. И четвертая – это жиры. Очень важно понимать, что углеводы, когда они попадают в ваш организм, в желудке и в кишечнике, перевариваются на их исходных 3 компонента – глюкозу, галактозу и фруктозу. И в таком виде они попадают в ваше кровяное русло. И принципиально, когда вам у врача делают анализ, измеряют только один из этих углеводов – глюкозу. Хотя концентрация фруктозы и галактозы в крови может быть достаточно высокая, и многие продукты сегодня сдабривают вот этой самой фруктозой, чтобы как бы скрыть наличие сахара. Поэтому, когда вы берете любой пищевой продукт, и вы смотрите на боковую панель, и на боковой панели написано количество углеводов, по-английски carbohydrates, что бы там ни было сказано, простые сахара, сложные сахара, molasses, brown sugar, white sugar, yellow sugar, каким бы названием производители не пытались замаскировать, carbohydrates есть carbohydrates, углеводы есть углеводы. Одно дело химические или биохимические теории, другое дело голая реальность. Очень тяжело сопоставить количество углеводов в ежедневной диете ребенка или взрослого с как бы эквивалентом этого. И давайте для сравнения возьмем самый очевидный углевод – столовый сахар. Столовый сахар – это сахароза. Химическая формула состоит из 2 молекул – глюкозы и фруктозы. И я вам постараюсь продемонстрировать содержание углеводов в диете, скажем, среднего американского ребенка всего-навсего за один день. Но чтобы это было более объективно, мы будем каждый продукт сравнивать с его эквивалентом содержания столового сахара. Не забывайте, когда ребенок выпил стакан апельсинового сока, и в нем находятся, скажем, принципиально углеводы в качестве сахарозы, вернее, в качестве глюкозы или фруктозы, или каком бы они ни находились в виде, когда они усвоились у него в организме, ваш врач, ваш анализ, его организм видит одно и то же – глюкозу. Поэтому давайте отсыпем из этой пачки определенное количество столового сахара. Я буду столовыми ложками потихонечку из этой чашки отбирать в эту. Вот начинается завтрак нашего среднего американского ребенка. Ребенок встает, и доброжелательная мама дает ему стакан апельсинового сока, самые обычные тропиканы. И вот здесь на тропикане Nutrition Fact написано, что здесь в одном стакане находится 26 грамм сахара. 26 грамм, вернее, углеводов, извините. 26 грамм углеводов в одной столовой ложке, примерно 15 грамм. Значит, речь идет о том, что у нас примерно 2 с неполным ложки. Давайте возьмем одну ложечку и немножко неполную другую. Это наш апельсиновый сок. Ребенок умылся, принял душ, собрал ранец, готов в школу. И перед уходом доброжелательная мама дает ему чашку cereals, то есть каши, сухих хлопьев, популярных в Америке, например, Raisin Bran. В одной порции Raisin Bran находится 38 грамм углеводов. Это эквивалент 2,5 ложек столового сахара. Давайте насыпем наш cereal bowl, наши cereals, и возьмем наши 2,5 ложки столового сахара и пересыпем в мерительную чашку. Это 2, и вот примерно половиночка. После этого мама наливает ребенку стакан молока, в одной чашке молока, вернее, согласно информации на этикетке, находится 12 грамм углеводов. 12 грамм – это почти 1 столовая ложка. Ребенок съедает это дело и готов к уходу в школу. Мы отцепим нашу 1 столовую ложечку, и вот это наш завтрак только. Мама доброжелательно дает ребенку в ранец, скажем, яблоко и банан. Ну, сначала ребенок, чтобы банан не раздавился, съедает один бананчик по дороге в школьном автобусе. В одном банане среднего размера 28 грамм углеводов. Это почти 2 ложки сахара. Значит, давайте на этот бананчик отсыпем 2 ложки сахара в наш мерительный стакан. А в середине дня уже бананчик съеден. Ребенок из ранца после первого класса или второго достает это яблочко и съедает. В одном вот в таком яблочке, как это ни странно, находится 21 грамм углеводов. Или это апельсинка, немножко больше, 17 грамм, немножко меньше грамм, но мы уже сок пили. Значит, давайте отсыпем нашу, опять же, столовую ложку на 21 грамм и еще примерно 5 грамм, это четверть столовой ложки.
После окончания уроков, допустим, какой-то период времени детям в школе подают, допустим, традиционный для американской школы ланч или завтрак, заходите как угодно. Я в нашем местном Бургер Кинге приобрел пачку картошки, French fries, и самый обыкновенный вапор с одним кусочком мяса. Так вот, я зашел на сайт Бургер Кинга, там есть диетическое содержание разного рода продуктов, и оказывается, что вот в этой одной пачечке содержится 67 грамм углеводов. Ну, представим себе, что 67 грамм углеводов по 15 грамм – это 4,5 ложки сахара. Отсыпаем 4,5 ложки сахара, 3, 4 и еще половинку. И теперь у нас дело дошло до нашего вапора. Согласно информации на веб-сайте Бургер Кинга, в одном вапоре 53 грамма углеводов. 53 грамма – это 35 грамм, извините, 3,5 столовые ложки сахара. Отсыпаем еще 3,5 ложечки. 2, 3 и вот еще одна половинка. И традиционно деткам в школе дают маленькую баночку сока. Это у нас Apple Mod Juice. Здесь находится 24 грамма углеводов. Это еще 1,5 ложечки сахара. Ну, допустим, не будем пить маленькое количество. Обычно дети запивают кока-колой. В этой баночке написано здесь 39 грамм углеводов. 39 грамм углеводов – это почти 2,5 ложки сахара. Отсыпаем еще 2,5 ложки сахара. А Mod Apple Juice оставим на дорогу в автобусе домой. Давайте еще раз продемонстрируем, что вот это количество кока-колы из одной баночки равняется, как я уже сказал, 2,5 столовым ложкам сахара. Ребенок приехал домой, погулял, поигрался с детьми, и доброжелательная мама повезла его, или папа, или друзья повезли его в Pizza Hut и приобрели вот такую вот маленькую-маленькую пиццу. Здесь совсем ничего, порция маленькая для одного ребеночка. Он ее выложил из коробочки на блюдечко. И вот в этой маленькой небольшой порции пиццы из Pizza Hut, как вы думаете, сколько углеводов на 100 грамм? 28 грамм. Эта порция весит примерно 200 грамм. То есть это еще примерно 28 на 2, это 56 грамм углеводов. 56 разделить на 15 – это почти 4 столовые ложки сахара. Отсыпаю 4 столовые ложки сахара. Это мерительный стакан, 500 миллиграмм, примерно 500 грамм. Мы насыпали 1, 2, 3, 4 и еще половинку. И смотрите, у меня уже закончилось содержание чашки, мне уже надо брать большую чашку. У меня здесь на столе стоит большая чашка, совсем громадная, на килограмм. И я вот сюда на 4 чашки пересыпаю это количество сахара. И это только до начала дня. То есть это еще ваш ребенок не сел со всей семьей за обеденный стол. Он еще не выпил стакан другой сока, он не выпил стакан другой кока-колы. Он не поел картофельное пюре на обед. Он не выпил перед сном стакан пепси или что-нибудь в этом роде. И когда мне люди задают вопрос: Константин, откуда же берутся нарушения углеводного обмена? Мне только остается ответить: вот отсюда. Это эквивалентное количество углеводов, которые за один день получил ваш маленький ребенок. Поэтому если вы удивляетесь, почему в Америке среди детей поголовно алкоголизм, если вы удивляетесь, откуда берется проблема с наркотиками, если вы удивляетесь, откуда у детей такая агрессивность, если вы удивляетесь, почему ваш ребенок не может сосредоточиться на уроках, если вы удивляетесь, почему у вашего ребенка attention deficit disorder, если вы удивляетесь, почему у ребенка, у 25% американских детей, которые попадают в больницу, обнаруживают сахарный диабет, если вы удивляетесь, почему каждый четвертый американский ребенок страдает от ожирения, если вы удивляетесь, откуда у детей на коже берутся прыщи, если вы удивляетесь, почему у вашей дочки начинаются менструации в 9 лет, если вы удивляетесь, почему у детей дикие головные боли и мигрени, если вы удивляетесь, почему в США каждому второму ребенку чуть ли не с детских ясель начинают давать риталин, потому что его невозможно успокоить, то есть сажают на иглу лекарств с самого раннего детства. Вот отсюда центральная нервная система вашего ребенка весом, скажем, 20-30 килограмм, рассчитана максимум в день на примерно, нуждается в день примерно в 30-40 граммах глюкозы, которая, в принципе, может производиться из чего угодно. Это примерно 2 столовые ложки сахара. Это вот то, что нужно вашему ребенку в день, и это то, что он получает.